Нам известно, когда и кто поднимался наверх той ночью. Сначала Джонни услышала какой-то громкий стук наверху. Она испугалась за Харлана и поднялась узнать, в чем дело, разбудив Линду. Харлан был у себя в кабинете с Мартой. Что такое, Джонни? Он объяснил, что они уронили доску для игры Го. Это игра с камнями, они играли по вечерам. Все было в порядке. Он сказал, иди спать. Иди спать, Джонни. Люблю тебя. Я тебе тоже. Пока. И она ушла. Через 10 минут Линду разбудили во второй раз. Это уходила Марта. Уолт, я ухожу. Уолт курил сигару на крыльце со своим сыном. Он видел, как она вышла и уехала. Отметил время. Полночь. Через 15 минут Линду будет в третий и последний раз. Кто-то спускался по лестнице. Это Харлан хотел перекусить перед сном. Пап, пап, иди уже спать! Уолт пытался этому помешать. Основываясь на этом, патологоанатом определил время смерти между четвертью первого и двумя ночи. Примерно в пол первого вернулась домой Мэг. Она сразу легла спать. Уолт и Джейкоб легли вскоре после нее. И позднее той ночью, точно не скажу, но примерно в три, Мэг проснулась от лая собак на улице. Она сходила в туалет и легла опять. Вот и все. Ясно? Все показания совпали. Каждая минута просчитана.